Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 16 октября. Сегодня будет несколько видеороликов о розыгрышах. Так совпало, что и розыгрыш семян буду сегодня называть победителей. И буду начало розыгрыша у растительной палатки, потому что китайская фирма Mars Hydro подтверждение прислала, что я могу опять разыгрывать палатку, разыгрывать лампу. Столько у меня новостей. Но начну я, конечно, с того, что я открыла новый канал. Ну, не канал, как это, страничка, блог на Яндекс.Дзен. Я сейчас объясню, для чего я этого сделала. Вот смотрите, многие меня просят. И осенью, в прошлой осенью, зимой просили. Покажите рецепты, как вы делаете, что... Ну, вы понимаете, я всегда говорила, что у меня не кулинарный канал. Снимать видео мне очень сложно, но у меня очень много фото пошаговых всяких с рецептами. Там будут выкладываться все мои фото. Вот сейчас буду квасить, солить капусту, мариновать. Сейчас что еще буду? Еще делать борщевые заправки. Будет пошаговое фото и небольшое описание. Для меня так легче, для меня так удобнее. Потому что во время видеороликов я начинаю лишнее говорить. Много времени, никто понять меня не может. Пишу я лучше, чем говорю. И вот смотрите, будут рецепты. Будут, конечно, вот эти все видео последние новостные, что у меня случится, например, подготовка грунта там, сейчас про обогрев грунта, уральскую теплицу буду показывать. Небольшие такие вот короткие новостные ролики, все будут они в Яндекс.Дзене в первую очередь, потому что там проще, быстрее вот эта вся загрузка, не надо столько оформлять это видео. И там же будет сейчас, в первую очередь, появится там имена победителей и про розыгрыш палатки, про розыгрыш лампы. Переходите на Яндекс.Дзен и подписывайтесь. И вы будете, не надо, и вы будете все знать, что там происходит. Вот смотрите, как это сделать. Под этим видео у меня будет одна лишь ссылка на мой вот этот Яндекс.Дзен. Стоит на нее вот нажать, надавить. И вы сразу перелетите вот на эту, на мою страничку, там уже подпишитесь, и тогда вам будут идти уведомления. И я хочу сказать, хочу вас просто вас как призвать к тому, чтобы под видео потом, вы там писали комментарии, я вот наметила, что я хочу от вас услышать, чтобы вы написали, какие темы лучше вы хотите там увидеть. Вот или рецепты, или советы все-таки вот огородные. Или кто-то просит чаще о собаке, кто-то просит обо мне снимать. Но вы понимаете, что на канале YouTube Огородная Азбука я все это не могу выкладывать. А там вот как раз такая платформа, где можно вот весь этот калейдоскоп. Я могу о себе рассказать, как я сижу на диетах, как я лечу больную спину, как я делаю какие зимой процедуры, чтобы не сильно в курагу превращаться очень быстро. Как, короче, все вплоть до того, что все вот эти вот женские какие-то хитрости... Там можно маленькие кусочки выкладывать. Я могу рассказывать там чаще о собаке. Вот утром я вышла, например, набедокурила собака, то да то, могу раз выбросить. И тот, кто хочет посмотреть про собаку почаще, он будет находить там эти видеоролики. Потом, там будут и розыгрыши, там все быстро очень происходит. Раз выкинул, она уже улетела. Теперь, вот про это вы поняли. И сейчас я дальше буду, в следующем видео расскажу, кто победил вот эти на бесплатные семена. Следующий видеоролик будет о розыгрыше палатки, потом о розыгрыше лампы. Нынче у нас только одни приятные розыгрыши. Все, пока, до свидания.